все рады, довольны, что завершающая игра сезона, и мы выиграли в домашних стенах. Очень приятно. Зал сегодня завелся. Спасибо болельщикам, что они поддерживали. Если бы не они, конечно, было бы сложновато. Спасибо то, что все фанаты, болельщики, кто сегодня пришел поддержать нашу команду. И за счет этого, я думаю, нам дали эмоции и помогли победить. Начинал еще здесь играть первый сезон с самого начала. Играли во дворце, и приходило по 4000 болельщиков. И это, конечно, очень приятно. Такого у меня нигде не было, чтобы заполнялся полный зал. Очень приятно. И я надеюсь, то, что со следующего года будет новый дворец свой, и также болельщики будут приходить и поддерживать, и также будут заполнять зал и будут болеть за нас. У меня очень большая радость за те эмоции, которые были в зале сегодня. Ну, правда, ведь первая половина не сложилась. Первая половина была в пользу соперников, и больших эмоций не было. Но ребята за счет бойцовских качеств, за счет борьбы, за счет усилий, ну, конечно, там прежде всего той пятерки, которая большую часть времени провела, но и тех ребят, которые вышли, помогали, переломила игру и, в общем-то, довольно уверенно одержала победу. Поэтому мы рады, что мы доставили такое удовольствие нашим болельщикам. И таким образом поздравили нашего капитана Игоря Заманского с последней игрой, которую он проводил в Волгограде.